Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 23 сентября. В этот день предки наши определяли будущую погоду по рябине, которая к этому времени уже созревала и радовала взгляд алым огнем. Так вот, если на рябине мало ягод уродилось, к сухой осени, а ежели много, осень будет дождливой, а зима морозной. А какая же погода ждет нас завтра, 23 сентября? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Люболяды Батецкого района Новгородской области дождевые тучи на денек разойдутся, и постоит сухая погода. Хоть термометры покажут днем всего плюс 10. Согласитесь, солнышко уже хорошо. В селе Лубянцы Большемурашкинского района Нижегородской области температура чуть-чуть повысится, ожидается плюс 12. Однако дожди пока отступать не намерены. Но ничего, потерпеть недолго осталось. Уже на следующей недельке синоптики прогнозируют сухую, солнечную погоду. В селе Ламбовож Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа установится сухая и практически ясная погода. Хоть будет и не жарко, всего плюс 8. Все же хорошо последние огородные работы закончить. И деревню Любава Канского района Красноярского края осень захватила основательно. Дожди, всего плюс 7, и уже зимним духом попахивает. На днях уже снежок начнет с неба вместо дождя на землю присыпать. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!